Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Savivarhadhagur. Вместе подняв руки. Еще раз громче. Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Омнишна Пада Аштад Рашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупе, Сидханте Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечные саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам, также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Омнишна Пада Аштад Рашата, Шри Шримад Бхакти Веданте, Шрили Нарайни Госвами Махараджу, я предлагаю свою Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави, всех отцов, матерей, братьев, принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушали читанию Бхагавату. Ранее мы обсуждали, что жил Брахман по имени Тапана Мишра. Мишра означает Брахман. Один вопрос очень сильно беспокоил его. Он задавал его всем вокруг, но никак не мог получить ответ, который бы его удовлетворил. Что это был за вопрос? Тапана Мишна интересовался, что является лакши целью нашей жизни и что нам надлежит делать. То есть, какова цель, лакши цель, и какова садхана, процесс достижения этой цели. Всех Тапана Мишна спрашивал об этом. Однако никто так и не мог дать должного ответа. Все говорили каждый свое. Если в этом мире мы кого-то спросим о чем-либо, тоже, скорее всего, получим разные ответы. Кто-то скажет «пуджу, совершай поклонение», кто-то скажет «врату», то есть «обеты давай». Все дадут разные ответы. И также Тапана Мишра спрашивал, но не получал должного ответа. И тогда он уже под конец взмолился Господу. «О Господь, я никак не могу получить ответ на свой вопрос». Он был брахманом, бхактой, и поэтому из сердца воззвал Господу о помощи ему. Если мы также из самого сердца взываем к Всевышнему, Господь отвечает нам. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, «Трашам сатата юктанам», цитата. Значение данной шлоки следующее. Если мы действительно из самого сердца взываем к сердцу сатата юктанам баджатам притипурвакам и совершаем баджан, духовную практику с преданностью, то будхи-йога, Господь наделяет нам разумом, который помогает прийти к Нему. Если мы делаем хотя бы шаг навстречу Господу, Он делает 10 шагов навстречу нам. Таковы слова Господа. Например, когда Друва Махарадж совершал тапасию аскезу, Господь отправил к нему Нараду. Когда Прохлада Махарадж нуждался в помощи, также Нарада пришел к нему. То есть, когда мы взываем к Господу, Господь так или иначе устраивает все в нашей жизни, и мы получаем ответы на свои вопросы. И поскольку Тапана Мишра очень сильно хотел узнать ответ на свой вопрос, то в Брахмахурте ему предвиделся сон, который подсказал ему ответ. Если нам что-либо снится именно в Брахмахурту перед рассветом, такой сон является истиной. В Брахмахурту Тапана Мишра увидел следующий сон. Полубог предстал перед ним и сказал: «Не переживай. Ответ на твой вопрос, в чем заключается садхья, цель жизни, и садхана, процесс ее достижения. Ответ на данный вопрос ты получишь завтра утром. Ты встретишь Махапурушу, великую личность, которую зовут Чайтанья Махапрабху, Сачинандана Шри Гаура Хари. Отправляйся к нему
Задай ему свои вопросы и получишь на них должный ответ. Когда Тапана Мишра проснулся, действительно, на следующий день он встретил читание Махапрабху. Увидев Девата, дав этот сон, представ во сне, также предупредил, ступая к читанию Махапрабху, но никому не рассказывая о том, что произойдет и о том, что сейчас ты увидел. Потому что это сам Господь, сам Шри Кришна, который не зашел в Кали-йогу, украшенный цветом тела и настроениями Шримати Радарани, чтобы насладиться своей сладостью, красотой, испытать чувства, переживания Шримати Радарани. Но истина о Господе, нисходящем в Кали-йогу, является рахасьей, тайной даже для вед, поэтому никому не рассказывай о том, что я тебе поведовал. И на следующее утро действительно Тапана Мишра встретил Махапрабху. Когда он пришел к Господу, то задал ему свои вопросы. Садхья садхана татва кичхо наджани. Цитата. «О Прабху», — сказал Тапана Мишра, «я совершенно ничего не знаю о том, что надлежит делать в этой жизни, какова цель моего существования, как достичь ее. Пожалуйста, поведай мне об этом». А обычно люди задумываются об этом. Нет, они сначала считают, что нужно выучиться, и все наладится. Ничего не налаживается, им кажется, ну хорошо, на работу устроюсь, и жизнь пойдет в гору, ничего не меняется. Потом приходит в голову, наверное, в брак стоит вступить. Однако и свадьба не помогает обрести подлинное счастье и умиротворение. И люди думают, ну детишек заведем, и тогда жизнь наладится. Однако и это не увенчивается успехом. И даже когда детей они тоже женят, ничего не меняется. Так люди предполагают раз за разом, что им нужно сделать в жизни материального, чтобы обрести счастье. Но так этого и не обретают. И когда мы решаем одну проблему, две проблемы возникают, решаем эти проблемы, три трудности возникают. Поэтому тот вопрос, который задал Тапана Мишри Махапрабху, является необычайно важным. Вопрос заключается в том, как наша атма, наша душа может действительно обрести подлинное счастье и умиротворение. И сам Господь дал ответ на этот вопрос. Какой вопрос? Итак, какой был вопрос? Тапана Мишра спросил, «Я не знаю, что мне надлежит делать в жизни, какова ее цель, как ее достичь. Пожалуйста, поведай мне об этом». И Чайтанья Махапрабху сказал, «О, ты очень удачлив. Почему? Потому что тебя волнуют эти вопросы. Ведь обычных людей это не заботит. Они что, задумываются о том, как обрести подлинное счастье и умиротворение? Нет. Они, если к святым идут, то ради чего? Не чтобы обрести счастье и покой душевный. У детей проблемы, то не ладится, это не ладится, на работе трудности. Они вопрошают о мирском, не о том, что относится к душе, не о том, что коррелирует с Кришна-бхаджаном. Поэтому Махапрабху сказал Тапане Мишре, ты необычайно удачлив, поскольку твой вопрос направлен на то, как обрести подлинное умиротворение о цели жизни души, что душе надлежит делать. Поэтому ты необычайно удачлив, Тапана Мишра, раз ты задумываешься об этом. Только очень удачливые души вступают на путь духовности, совершают баджан, задумываются вообще о духовной стороне жизни. Поэтому в Бхагаватам говорится «Бава паварга брамато яда бавеч». Когда люди встречают садху, святых, и начинают совершать духовную практику, это означает, что время их пребывания в этом материальном мире, исполненного страдания, подходит к концу. Им уже скоро не придется страдать в этом мире. Все их беды будут решены. Почему? Ярхи Ачюта Сат Самагама. Потому что они встретились с преданными Господа. И что они потом обретут благодаря духовной практике? Тат прасадам парам шанти, высшее шанти, умиротворение, счастье. Господь поведал Тапане Мишре, услышав его вопрос, что путь бхакти сопряжен с многими трудностями. Бхакти-марг — это путь, на котором могут возникать
разные сложности, разные трудности. Но так или иначе нужно следовать этому пути. Господь далее рассказал, что есть четыре йоги. Какие? Сатья, Трета, Двапара-йога. Чари-йога, Чари-дхарма, Раки-кшита-тале. То есть в четыре йоги есть Чари-дхарма, четыре дхармы. Какие? В Сатья-йогу. Какая дхарма и какую мантру повторяют души, чтобы освободиться из этого мира? Говорите громче. Дьян. Медитация. Процесс достижения совершенства в сатья-йогу. Да. А мантру какую повторяют, чтобы освободиться из материального мира? Кто может ответить? Кто помнит? Что говорит Прабху? Нараяна Паравида. Аплодисменты Прабху за правильный ответ. Итак, для сатья-йоги Махамантра как звучит? Нараяна Параведа, Нараяна Паракшара, цитата. Такова мантра для сатья-йоги, повторяя которую, можно освободиться из этого материального мира. Для трета-йоги какая Махамантра? Кто может сказать? Говорите. Для трета-йоги Махамантра следующая. Рама, Нараяна, Ананда, Мукунда, Манхусодана. Цитата. Такова мантра для трета-йоги. Повторяя ее в трета-йогу, люди достигают освобождения. Двапара-йога содержит свою мантру. Какая махамантра для двапара-йоги? Харе Мурари, Манху, Кайтамхары. Цитата. Такова мантра для двапара-йоги. Детишки, записывайте эти мантры, запоминайте. А для кали-йоги какая махамантра? Харе Кришна махамантра. Еще раз громче. Это Махамандра для Кали-йоги. Где она упоминается? В Кали-сантарана Упанишаде, в Нараде Пуране. Кали-сантара что означает? Кали указывает на Кали-йогу, сантара на то, что помогает преодолеть влияние века Кали. То есть кто-то, кто хочет не попасть под влияние Кали-йоги, должен и достичь Господа, должен повторять мантры, какие, которые описаны в Писаниях. Шанкара также говорит Парвати о славе Кали-йоги. Иди Шадашаканамнам. Запоминайте, пожалуйста, эти шлоки. Ведь мы повторяем сейчас в Кали-йогу Харе Кришна Махамандру. Кто-то может спросить, да где вы ее взяли вообще? Где она описана? И поэтому, если вы знаете эти шлоки, например, как эту шлоку, которую Шанкара говорит Парвати, то сможете дать ответ. Иди Шадашаканамнам. Цитата. «О Парвати», — говорит Шанкара, — «все веды повествуют лишь об одном — Ити Шота Шаканамнам, Харе Кришна Махамантра, состоящая из 16 святых имен Харе Кришна Махамантра, здесь 16 святых имен и 32 слога, может разрушить грехи Кали-йоги. Именно это Махамантра, и нет другой упая, нет другого способа избавиться от грехов и достичь совершенства. Кали-йога Кевала Намадхара. Наш Гурудев написал книгу Харинама Махамантры, имеется в виду Сьюба Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж. Вы можете взять эту книгу, изучить. Там огромное количество шлок, подтверждающих, что для Кали-йоги существует именно Харе Кришна Махамантра. Некоторые матаджи, женщины спрашивают, «О, баба, почтенный, у нас дома говорят, что поскольку Рама приходил раньше в трета-йогу, а Кришна затем в двапара-йогу, то сначала нужно говорить «Харе Рама», а затем уже «Харе Кришна». Некоторые так рассуждают, однако нет, в Махамантре Айодхья-пати Дашарадха Рама не упоминается. Его имени там нет. Харе Рама. Харе указывает на Хара,
то есть на ту, кто крадет ум Кришне, то есть Радхи. Рядом с Радхи Радхи находится Шьям. А Рамачандра где? С Ситой Деви вместе, не с Радхарани же. Поэтому Харирама говорится, упоминая не Рамачандру, Радха Рамаяти и Тирама. Джай-джай Радха Рамана, джай-джай Рада Рамана. То есть Рама в Махамантре — это Рама Кришна, который являет свои сладостные лилы Сударани, Рада Канта, Радха Рамана. Потому что Ишта, божество, не меняется. Поклоняемое божество остается одним и тем же. Гурудев дает нам мантру. И наш Ишта, объект нашего поклонения, один. Их не два, не три, не несколько. И это именно Радхараман, имя Рады и Кришны. Это более глубокое значение. Более обычное понимание Харе. Харе — это та, кто уносит все грехи, все препятствия. Кришна — это Кришна, Рама — это Рама. Таково обычное значение. Однако Вишеш — особое значение, что Радха, Рамаяти и Тирама. Рама — это Кришна, который являет свои сладостные лилы со Шримати Радарани. Итак, Махапрабху сказал, что для каждой йоги есть своя мантра. Для Кали-йоги — это Харе Кришна Махамантра. В Бхагаватам говорится «Асана варна страя хьясья». Цитата. Скажите мне, кто эту шлоку говорит? Из чьих уст эта шлока нисходит? Гаргачарья эту шлоку говорит Нанди Бабе. Когда Кришну нарекали, когда ему давали имя, Гаргачарья сказал Нанди Бабе эту шлоку, объясняя, что твой сын Нанда Баба необычный, он уже приходил в сатья-йогу в цвете шукла, белого цвета. В трета-йогу он являлся рактаварна, красноватого цвета. В кали-йогу твой сын придет цветом пита, желтого, или гаура, золотистого. Идами Кришнатам Гатам. А сейчас он принял темный цвет тела, поэтому его будут звать Кришна. Кали-йога дхарма хоя нама санкиртана. Цитата. Для кали-йоги йога дхарма, то есть дхарма для кали-йоги, это харинама санкиртана. И все, что обретается в другие йоги, можно обрести и в кали-йогу. Слушайте внимательно. Если кто-то хочет освободиться из материального мира, что ему нужно совершать? В критта-йогу, в сатья-йогу, люди медитировали. В трета-йогу совершали ягью. В двапара-йогу выполняли арчану, поклонялись Господу атрибутами для поклонения. А в кали-йогу что совершают? Харинам, повторяет святое имя. Поэтому говорится, кали-йога кевала нама анхара сумара сумере нара утара хепара. Именно святое имя помогает кали-йогу пересечь океан материального существования. Святое имя настолько прославлено, что Рам Насукахи Нам Гунагай, сам Рамачандра не может в полной мере описать славу своего имени. Настолько оно непревзойденно. Махапрабху поэтому говорит, «О, Браман, нет другой дхармы в Кали-йогу, которой нужно следовать, чтобы освободиться из материального мира. Следует повторять только святое имя». Поэтому «Ратри Дина Намалоя» нужно ночью и днем повторять святое имя. Запомните эти наставления, сделайте из них ожерелье на свою шею, то есть всегда следуйте этому. Что это за наставление? Ратри дина ламалоя каэта шуита. Неважно, днем, ночью, кушаете вы или спите, всегда памятуйте, воспевайте святое имя Харе Кришна Махамантру. Если кто-то следует этому наставлению,
что его славу не могут даже Веду описать. Тахара Махимаведа Нахи Парадита. Махапрабху также дает похожее наставление в другом месте. Кибоджана, Кишайна, Кибаджагарана, что бы вы ни делали, спите вы, бодрствуйте, всегда повторяйте святое имя. И человек, который принимает это наставление, следует ему, настолько прославлен, что даже веды не могут описать его величие. Поэтому никогда не оставляйте четки. Они всегда должны быть с вами. Идете вы по улице, повторяйте харинам, не тратьте время попусту. Вышли вы по делам, тоже повторяйте святое имя. Ведь после того, как вы оставите тело, именно святое имя отправится с вами. Все остальное вы здесь оставите. Даже маленькую иголочку не возьмете с собой после смерти. Поэтому Мирабай поет «Пая Джимене Рама Ратнан Ганапая». Именно имя Господа является подлинным богатством. Не нужно тратить время. Как только у вас есть мгновение, сразу повторяйте святое имя. Служите Господу. Руками воздавайте служение Господу, а устами повторяйте Его имя. Именно это поможет вам освободиться из материального мира. Махапрабху говорил, что те, кто не повторяют один лакх, не являются лакхапати, даже если будут подносить что-либо Господу, Он не примет ничего от них. Поэтому старайтесь повторять всегда святое имя. Все это фиксируется, все записывается. Когда вы оставите тело, никто вас не спросит, сколько вы там домов приобрели, сколько квартир. Зададут только один вопрос. Получив это редкое тело человека, что ты делал? Повторял ты святое имя? Совершал духовную практику или нет? Я приведу следующий пример, чтобы было более понятно. Если вы захотите отправиться во Вриндаван, сколько нужно времени, чтобы доехать из Барута отсюда во Вриндаван? 3-4 часа на машине. Если, например, мы захотим поехать во Вриндаван на 2-3 дня, я вам расскажу сейчас, задам вопрос, и вы мне, пожалуйста, на него ответьте. Итак, если мы захотим поехать во Вриндаван на 2-3 дня, скажите, что нужно будет взять в путешествие, чтобы когда вы приедете, ваше путешествие было очень комфортным, и вы с Ананды в блаженстве смогли отдохнуть. То есть какая вещь поможет вам сделать путешествие успешным, и чье отсутствие какого предмета сделает ваше путешествие не очень-то радостным? Это вы разные варианты приводите, много всего. Одна универсальная вещь, какая вам нужна, чтобы ваше путешествие было комфортным? Это деньги. Потому что если у вас есть деньги, то вы все себе обеспечите. Даже если у вас ничего с собой нету, просто деньги. Вы себе и отель хороший снимете, и одежду купите, если ее нет, и еду купите, ласси купите, сможете получить даршин божеств. То есть, когда у вас есть деньги, вы все себе сможете купить, все позволить. Но если вы поедете без денег вообще, без копейки, то скажите, путешествие ваше будет успешным, благоприятным, радостным? Нет? Нет, вы будете думать, где же я остановлюсь, как я буду жить, как я вообще проживу эти дни без денег? Это мы обсудили с вами, путешествие всего на пару дней, на 2-3 дня. И даже для такого короткого путешествия очень важны деньги. И каждому из нас тоже предстоит путешествие, самое важное в нашей жизни. Однажды все мы отправимся в это путешествие. Нет такого, кто сможет избежать его. Что это за путешествие, скажите мне? Имеется в виду путешествие, когда мы ставим это тело. Кто-то знает, когда он отправится в это путешествие? Нет. Но однажды все отправятся в эту поездку. И какой же дхан, какое богатство нужно нам, чтобы это путешествие, самое важное, когда мы оставим это тело, было благоприятным? Это прабука нам дхан, то есть богатство имени Господа, святого имени. Цитата о том, что все, по сути, являются бедняками в этом мире. Богат только тот, у кого есть святое имя, это сокровище. Мира поет, что все боятся смерти, однако она ждет ее с радостью. Почему? Люди боятся, потому что они знают, что не совершали в этой жизни баджан,
Поэтому, когда они оставят тело, отправятся куда? В ад, в нараку. Но Мира не пугается смерти, ведь она знает. И если ее спросить, почему все боятся смерти, а ты нет, ты радуешься, она ответит, потому что я повторяла святое имя. И я знаю, что это то богатство, которое обеспечит мне благоприятное будущее. Ведь у меня есть это сокровище, это богатство. Поэтому Мира и поет, что только святое имя является настоящим богатством, сокровищем. Итак, не тратьте время попусту. Всегда, каждое мгновение повторяйте святое имя. Даже если вы идете на улице, все это фиксируется. И когда вы обретете именно это богатство, оно поможет вам в дальнейшем, чтобы все было благополучно. Это мы обсуждаем наставление Махапрабху, в котором он говорит «Ратрадина нам лая кайта шуита». Что бы вы ни делали, ночью и днем, всегда воспеваете святое имя Тахара Махима Веда Нахи Парадита. И Веды не могут описать величие такого человека. Веды Нахи Сема, Веды не знают величия того, кто совершает Кришна Баджан. Невозможно прославить такого человека в должной степени, описать его Махиму, величие, славу. Калер Доша Нидхираджан Астихека Махангуна. Цитата. Парикшит Махарад, почему он разрешил Кали Махараджу существовать? Почему он дал ему место? Ведь так много пороков в Кали-йоге, благодаря одному качеству. Киртанат Эва Кришнасия, Муктасанга Парамбраджет. Если в Кали-йогу воспевать святое имя, это позволит очень легко освободиться из материального мира. Поэтому Парикшит Махарадж и дал место Кали Махараджу, Кали-йоги. Мы знаем, что есть разные виды бхакти. Среди них выделяют 9 основных. Шраванам, Киртанам, Смаранам и так далее. Среди них выделяют затем 64 анки бхакти, потом 9, потом 5, потом 3 Шраванам, Киртанам, Смаранам. И что является высшей ангой? Святое имя Тарамадхи Сарвашрештха Нама Санкиртан. Нирапарадха Нама Лайла Пая Преманхан. Если кто-то повторяет святое имя без оскорблений, то благодаря святому имени он обретает Кришна-прему и встречается с Господом. Поэтому Махапрабху дает наставление от Тапани Мишри «Возвращайся домой». И что совершай? Кутинати Парихари Экантахая. «Возвращайся домой». И оставив Кутинати двуличие, совершай Кришна-баджан. Поэтому нужно отставить суть величия и совершать духовную практику истину. Кутинати, двуличие, что подразумевает под собой? Когда мы внешне проявляем что-либо одно, однако внутри чувствуем другое. Рамачандра говорит, что чалкапата, обман и лицемерие — это то, что он не приемлет. Кришна, например, почему играет на флейте? Потому что она полая, то есть ее сердце свободно от всего, чистое. И наше сердце тоже должно быть свободным от кутинати, от двуличия, когда внешне одно, а внутри другое. Господь не прольет милость на такого человека, лицемерного. Поэтому Махапрабху дает наставление оставить кутинати и совершать харинама санкиртану. Ведь благодаря именно святому имени, что происходит? Садхи садхана татвая кичха сакала сакала. Благодаря святому имени можно постичь и садхью, то есть и достичь цель. И самой садханой является тоже святое имя Харинам. Харинам — это и то, что помогает нам достичь цели, и это сама цель. Харисабара Хариканам — святое имя более могущественно даже, чем Господь. Нет никакой разницы между Господом и святым именем, поэтому оно является и целью Лакши, и садханы, процессы достижения цели. Махапрабху дал также другие наставления о святом имени, которые мы послушаем завтра. Это замечательные советы, которые помогут нам непременно достигнуть Господа. Хорошо? Хари Кришна. Куда там Прабху ушел? Вернитесь. Как зовут его? Арун. Арун, что принесли? Арун — это Прабху, который для Такуруджи, для божеств, то манговый шейк сделает,
то из бананов сделать напиток. А сегодня что он приготовил? Из ягод джамуна сделал сок. Послушайте, когда Махапрабху был маленьким малышом, ребеночком, маты, женщины, совершали киртан. Махапрабху очень красивый, и он приходил в разные дома. Его там угощали сандешем, сладостями, особыми сладостями в Бенгалии. Махапрабху сам не кушал то, что ему давали. Кому он относил эти сладости? Тем женщинам, которые совершали киртан, были в сатсанге, общались со святыми. И когда он приходил туда, женщины спрашивали: «Димай, ты почему пришел? Так вы же меня звали». В смысле, мы тебя звали, что ты имеешь в виду? Но они совершали киртан. Когда мы совершаем киртан, мы взываем к Господу. И поскольку они пели именно Господа, они как бы звали Нимай, и он приходил. И как раз-таки им отдавал сладости, которыми его угощали в других домах. И вот Господь, вы слушаете Харикатху, Господь тоже для вас организовал сладости. Будет напиток из манго. Чирак Прабу у нас есть. У него день рождения. В день своего рождения Чирак устроил пир. Сабжи вас ждет вкусное. Что еще? Примачандра Прабу сказал, что ему нужно парочку килограмм расагул по такому благоприятному случаю. Райта будет сегодня еще на пирушке. И другие угощения. Вот Чирак Прабу все это приготовил для вас в честь своего дня рождения.